Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть в Paint the Town Red, смотреть новые и интересные уровни, и я нашел интересный уровень под названием Red Wedding, Game of Thrones, то есть получается Игра Престолов, это просто невероятно, я не думал, что Игра Престолов окажется уже и в Paint the Town Red, ну надо же, это очень известный сериал, кто, ребят, не смотрел, обязательно посмотрите, очень интересный, очень прикольный, и вот вроде как все, вот этим летом должен выйти 7-й или 6-й сезон, я не помню, 6-й, наверное, или 7-й. Короче, очень интересный. В общем, здесь события такие. Судя из сериала, праздновали Старки, то есть два клана решили пожениться, для того, чтобы был мир вот, в землях определенных, там, которые населяли вроде как семья Старков и еще какой-то был клан, я не помню, ребят, пишите в комментариях. И здесь была кровавая свадьба. То есть, получается, все веселились и радовались этой свадьбе. И в один прекрасный момент группа, так скажем, вот вроде как вот этих, наверное, товарищей, я не знаю, или вот эти вот ребятки, они подкрались ко всем и как бы перерезали всем глотки. Это было очень жестко. И сверху стреляли лучники. Вот такой был момент еще. Короче, давайте будем смотреть. Дорогие друзья, если вам нравится Paint the Town Red, прямо сейчас можете поставить лайк. Собственно, мне кажется, разработчики очень-очень сильно стараются для нас сделать более-менее реалистично. Но мне кажется, это очень похоже, вот, как из фильма. Я думаю, очень похожий момент. Прямо очень. Давайте будем смотреть, что у нас здесь есть. Значит, очень много бутылок, очень много склянок, короче, пир на весь мир. Музыканты играют, я не знаю, что у него в руках. У него нунчаки, что ли, там в руках? Слушайте, что-то в бочке дрожит. Слушай, там кто-то сидит, по-любому. Наверное, там кто-то притаился и его потрясывает. Смотрите, у него нунчаки в руках, это беспалево. Видимо, сейчас он уже готовится к замесу, что сейчас уже знает, что сейчас уже начнется. И я вижу, здесь какой-то есть проход. Это еще не все, вроде как. Так, вот направо есть проход, можно подняться наверх. Давайте поднимемся наверх и посмотрим. Так, вот у нас тут охранник. А если я пройду, посмотрите, как он. В руке у него бутылка, в одной щит, а во второй бутылка. Что он делает? Что за охранник такой, который тут же, наверное, бухает? Я не знаю, что он делает. Так, это у нас здесь повара. Повара готовят, это все нормально. Такую, конечно, свадьбу нужно готовить очень-очень много. Так, а здесь у нас народ отдыхает. Это, видимо, такая у нас ночлежка или что здесь? Смотрите, меч воткнут прямо в стену. Короче, здесь оружие, я смотрю, здесь очень много, поэтому будет очень весело, очень весело. Так, что ж, давайте бежим в другую часть карты. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо, я только здесь зашел и началось-то у нас, подождите. Так, чувака, вот этого надо, наверное, грохнуть, давайте мы его завалим. Так, убили его. Надеюсь, никто не сагрится. Или что там у нас наверху? Так, проходим дальше. А, тут, видимо, нужно сражаться со всеми этими ребятками, да? Я так понимаю. Нужно пройти каждого бойца. Ох, хорошо, прошел удар у нас. Так, грохнули его. Нормально. А идем далее. Так, это у нас кто? Чувачок у нас двухметровый. Так, смотрите, со щитами. Со щитами-то это вообще сложно их проходить. Да ладно, с одного удара меня зарезал, охренеть просто, ну как же так-то, а? Слушайте, вообще жестко здесь бьют, а? Давайте возьмем топор и сразу же, наверное, можно начинать. А может мы здесь прямо устроим зарубу, а? Давайте посмотрим, давайте здесь начнем прямо сразу же вот такой вот. Заруба вот так вот понеслась, да, 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 вот так вот, да. Барона вот этого сразу же выпидываем. Ох ты, ни хрена себе. Вот это здесь, ребята-то жесткие, слушайте, да. Это однозначно просто. Ой-ой-ой, уходим, 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 уходим подальше. Так, мне нужен щит. Я, пожалуй, возьму себе щит. Вот так вот, раз. Щит и топор. Так, погоди. Ох, ломается об него. У нас стул, давайте попробуем. Стулом его, стул об него тоже разлетается. Но ему как бы пофигу на все. Так, весло. Давайте весло. Слушайте, ребятки-то здесь вообще прямо жилистые. Очень, очень суровые, я смотрю. Ну, Игра Престолов же все-таки. Там ребятки были, ой-ой-ой-ой-ой, какие жестокие. Так, есть у нас сабля. Прекрасно, прекрасное оружие. Сабля, она просто вообще. У меня здесь есть очень много, я вижу, друзьяшек, да? Которые мне могут помочь. Так, вот эти вот со щитами,
Щит я ему разбил, да, есть. Пирата надо сливать. Пиратов много, что-то прям вообще. Так, стул. А, хорошо. Пробили, так, а где у нас еще что-нибудь есть? Есть что-нибудь? Что-нибудь оторвать? О, кастеты есть, прекрасно. Можно кастетиком ему руку отшиб. Да! Ух ты! Слышь, что? Слушайте, вообще они очень жесткие стали. Вы посмотрите, как они бьются, не как раньше. Сейчас они прям вообще стали жесточайшие, ребятки. А вот щиты надо им разбивать, потому что со щитами это просто что-то невероятное. Так, убрали мы одного. Ну, посмотрите, какие все-таки противники-то у нас очень мощные, очень коварные. Так, я беру кружки. Пытаюсь как-то вот этого пирата бы слить, а? Надо бы кружку об него, наверное, разбить придется. Или, наверное, нужно будет достать, пожалуй, какой-нибудь мечик. У нас же есть очень много здесь всего. Я вроде как видел... О, нормально. Есть кинжалы. И это здорово. Так, кинжальчиком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отходим. Так, бро, подожди. Ну-ка, щит мой пробьет или нет, а? Ну-ка, бей. Смотрите, он обходит. Я не вижу, с какой он стороны нападет сейчас. Так, одного пирата мы грохнули. Вот этого тоже надо бы слить. Блин, вот этот, по-моему, бессмертный. Вот этого сколько мы можем бить его? Об его лицо разбивается уже не одна бутылка. Не один стул, так скажем. Блин, настолько он квадратноголовый, что его вообще ничего не берет. Разбивается. Похрену ему вообще на все. Так, ладно. Здесь у нас что творится? Здесь у нас ребятки прямо бьются не на жизнь, а на смерть. Вот это у нас свадьба, вот это свадьба. Свадьба без драки, деньги на ветер, как говорится. Тем более кровавая свадьба. Мне кажется, слушайте, вот то ли он багованный, то ли что с ним не так. Сколько можно его бить? Серьезно. Сколько можно тебя бить? Нам меч нужен. Давайте возьмем меч. Попробуем, по крайней мере, взять его. Где он? Так. Может быть, стулом нужно бы, а? Так, одного слили. Еще одного кидаем. Смотрите, как они умело щитами орудуют. Мне нравится, что здесь в Paint the Town Red добавили очень много вот таких вот моментов. Да, Shockwave у нас есть. Можно сейчас нам поразвлекаться очень неплохо. Я, пожалуй, наверное, пойду вот сюда, и мы сейчас устроим им. Ох, ты как оно, а? Полетело-то шикарненько. Так, ну что ж, давайте будем, наверное, сливать вот этих вот товарищей. Я, пожалуй, наверное, возьму весло. Музыканты стоят и... Слышите, голый откуда-то прибежал. Откуда голый-то взялся? Подожди. Мне кажется, тут один багованный. Такого никогда не было, но, блин, чтобы столько ударов нанести и никакого ущерба, это, конечно, нужно прям вообще быть очень мегалютым. Чуваком, блин, со спины кто-то меня огрел. Здесь невероятно. Этой свадьбе, конечно, очень весело, я смотрю. Очень. Веселуха прямо прет. Веселуха прямо прет. Так, дайте мне что-нибудь у вас. Стульями пока хлещемся. А может быть нам... Я вот не знаю, если мы сейчас наверх забежим, там вообще можно что-нибудь перехватить? А, тут пока все спокойно. Тут пока все спокойно. А здесь? Здесь тоже пока, я смотрю. Не особо там что-то народ. Так, нам нужно... О, лопата есть, прекрасно, есть лопата. Смотрите, я его бью, ему пофиг. Вот этот чувак, у него же лица не видно. У него же реально не видно лица. Разбиваем об его голову. Я не помню, чтобы столько можно было бить вообще. Мы даже боссов, по-моему, могли бы уже слить за это время. Я надеюсь, что это не баг никакой. Ну, короче, свадьба вроде сделана неплохо пока. Так, смотрим, что дальше у нас будет. Что дальше на нашей свадьбе-то, а? Попрет. Так, мне кажется, я вот трогать не буду. Я не буду на нее переводить оружие. Нужно добивать остальных. Так. Вот так вот. Бьем об него. Ни хрена себе, вообще жесть какая-то. Так, а если я в него щит кину, а? А щит ничего, неудобно его кидать. Давайте мы, наверное, сейчас добьем с первого этажа сейчас народ. Вот так вот, да? И отправимся на второй этаж. Посмотрим, что у нас там на втором этаже. Что там на втором этаже творится?
Валим мерзавцев. А-а-а. Так. Ну что ж, братва. Музыкантов надо, наверное, месить. У тебя на нунчаки были. Блин, меня со спины кто-то грохнул. Осталось-то совсем немножко жизни. Просто вообще ничего. Есть. Еще одного. Так, нунчаки. Давайте работаем нунчаки. Со спины. Чувака со щитом выстегиваем. Так, великана надо тоже убрать. Отлично. Работаем. Я где-то там должен найти, наверное, у нас какой-нибудь склад с оружием. Наверняка должен где-то быть. Потому что однозначно, как же в «Игре престолов» без оружия? Не может быть такого. Так. Ну же, серьезно. Во, прекрасно. Так, еще одного чувака слили. Смотрим, очень аккуратненько работаем сейчас, потому что осталось немного народу. Сколько вас осталось? Посмотрите у меня сколько жизни. Это совсем, мне кажется, ну я не знаю, на одно дыхание буквально. Так, а если мы сейчас поднимемся наверх, может быть, я что-нибудь там найду? Что-нибудь интересное. Возьму булаву, пожалуй, и отправимся наверх. Так, у тебя щит. Посмотрите, как он аккуратненько, вот этот охранник. Прям вообще можно со спины его, да, грохнуть? Тихо. Опять этот бессмертный пришел, он реально бессмертный. Так, здесь братва еще наблюдает за всем. Серьезно. Офигеть. Просто там какое-то сумасшествие, а не свадьба. Это какое-то сумасшествие, а не свадьба. Так, валим. Да когда же вы уже все сдохнете-то, а? Серьезно? Когда? Так. Так, ребятки. Очень живучие здесь рыцари попались. Вообще, в «Игре престолов» очень интересный сюжет. И я думаю, что в «Paint the Town Red» вообще бы неплохо было бы не только бы в «Paint the Town Red» сделать «Игру престолов», а вообще выход бы игры бы, мне кажется, очень был бы популярен. И очень много народу бы поиграло бы в данную игрушку, если бы сделали ее наподобие, наверное, «Скайрима». Как-то так. Так, ну что у нас? Есть, одного еще услили, прекрасно. Давайте еще кого-нибудь сольем. Ох ты, есть у нас меч прям в стене. Посмотрите, оружие. Ой, тихо. Ты взял щит, да? Понятно. Пытаешься затащить. Так, великана грохнули. Тихо. Может, со спины тебе? Ай, меч опять сломался. Как же здесь недолговечно оружие. Как же охота что-то прям такое. Вот еще меч. В полу очень хорошо, что здесь их хотя бы много. Так, смотрите, они друг с другом хлещутся. Так, убрали одного. Прекрасно, еще. Хороший удар. Прошел. Ну же. Придется разбить его. Щит. Так, попали. Еще попали. Давай. Слушайте, откуда у нас двое тут появились, чуваки? Откуда? Отходим. Еза! Щитовика грохнули. Так, ну что ж, прекрасно. Идем дальше. Я хочу сейчас взять мечик и попробуем мы подняться наверх. Погоди, откуда здесь люди еще появляются? Вообще непонятно. Так, что у нас здесь находится? В этом сумасшедшем проходе у нас очень много охраны. Что они здесь охраняют? Поднимаемся выше. Опа, здесь еще люди. Стоять. Так, со спины могут подойти. Могут подойти со спины. Мы проходим сюда. Здесь какой-то, видимо, был... Босс какой-то сидел, возможно. Так. Охрану валим.
Вот этот, по-моему, что-то прямо лютый был. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, этот товарищ, по-моему, сейчас серьезнее. Ну, нормально, мы его слили тоже. Неплохо. Оу, мы нашли, ребята, секретную комнату. Это прекрасно. Ой, только это опять бессмертный пришел. О, нет, 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 нет. Сваливай, у меня жизни вообще нисколько. Один маленький порезик, и я умер. Тихо, 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 тихо. Давайте заманим их сюда. Отлично. Отлично, работаем. У меня где-то еще здесь меч должен быть, да? А, вон меч еще лежит. Меч еще здесь лежит. Берем его. Берем. Так. Вот это кровавый бой у нас сегодня жесточайший. Жесточайший. Секретная комната очень прекрасная, потому что я там вижу очень много прикольного оружия. Мне кажется, здесь люди появляются и появляются. Сколько же вас может быть? Мы реально перебили уже чертову уйму. А где они все были, непонятно. Так, пробиваем здесь. Я пытаюсь как-то все это дело вот как-то вот выжить здесь. Но нереально трудно, нереально трудно, потому что здесь ребятки нападают прям со всех сторон. И, по-моему, вот этот вот бессмертный товарищ оказался так. Хватаем меч, уходим, 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 уходим. А, тут у нас еще кто-то остался. Так, рубанули. Одного, второго. Дайте мне оружие. Дайте еще оружие. Есть! Так, осталось у нас сколько народу? Давайте мы будем использовать смайт. У нас же есть еще смайт. Мы сейчас супер ударом попробуем нанести вот этим вот ребяткам. Да зачем же ты? Серьезно, поторопился. Ах, зря. Ох, зря. Нужно было бы смайт использовать. Так, 9 человек у нас осталось. Я думаю, вот этот вот чувак бессмертный. Вы представляете? Бессмертный. Первый раз Pain the Town. А нет, он умер. Мне показалось, он бессмертный. Серьезно, сколько я его бил, он вообще никак не мог сдохнуть. Так, берем какой-нибудь еще мечик. Смотрите, здесь сколько. Прямо Эльдорадо, прям пещера Аладдина у нас. Так, у нас еще, возможно, есть шанс накопить на смайт и забабахать его. Наверху у нас люди есть, да? Я понял, здесь вот еще. А, у нас спальня же была. Во, спальня еще не зачищена. А, повара! Стоять! Так, рубанули. Одного повара, второго надо. Надо добивать. Что за звуки? Есть. Слили. Прекрасно. Идем дальше. Так. Пока народ у нас спит, мы можем их убить во сне. Кстати, во сне я тоже не помню, чтобы мы убивали во сне кого-нибудь. Pain the Town Red. Это тоже своего рода уникальная какая-то ситуация. Так, ну этот крепкий парень, я вижу. А, есть! Фух, затащили! У нас еще есть к тому же смайт. Но смайт на кого использовать? Кого можно сейчас мочитесь? У нас есть смайт уже. Все. Всех перебили, и мне показалось, что у нас был какой-то бессмертный. Реально были очень сложные ребятки. А, «Игра престолов» — это очень-очень круто, дорогие друзья. Вам, если нравится сериал, или вам, если нравится Pain the Town Red, то вы можете прям обязательно прямо сейчас поставить лайк. А, предлагайте ваши идеи по поводу новых уровней в Pain the Town Red, потому что уровней действительно очень много, они выходят каждый день. Давайте поддержим разработчиков лайком и добрым комментарием. Ну а с вами был Родригес, вам желаю хорошего настроения, успехов вам, удачи и до новых встреч. Всем счастливо и пока-пока!